из Генше. Что за приказ из Генше? Генеральный штаб. Генеральный штаб обороны. Обороны, генеральный штаб обороны. Я сказала, что хочу. Ты служила. Да, я забыла, когда я служила. Такого не было. Давно это было? Генеральный. Крышка, не надо тебе, Шантик. Я знаю, Шантик. Я все знаю. Да. Ах, масло. Ах, масло. Много не надо, много не надо, Джан. Перчики жарить надо, Шантик. Ты почему готов? Ой, как здесь брызгает, брызгает. Кошмар. Специально жарим помидоры и перчик в масле, чтобы потом уже не заправлять маслом. Это тоже такого типа салатик, да? Не совсем классический, но тоже очень вкусный. Очень даже хорошо. Не переживай, что не на газе. Я переживаю. Он переживает, что не на газе. Нормально, нормально. Кушать не смогу, наверное. Ой, сможешь еще как. Ой, я вас умоляю. Кушать ты всегда сможешь, Атик. А красоты-то. Мне всегда хорошо травку подстричь. Не говори. Пока клевучек жарит, вы только взгляните на это безумно красивое небо. Какая прелесть это небо. Еще вам сейчас что-то покажу, Джаночки, вы просто упадете. Сначала покажу все мои гортензии. Вот этот еще не расцвел. Расцвел. Посмотрите, какая красота. В общем, это расцвело уже во всю красу свою. Розы цветут, как всегда. Красавицы. И еще у нас растет какая-то вещь, мы с Кливом в шоке. Гортензия, а рядом с гортензией какой-то папоротник. Посмотрите, что это такое, девочки? Мы не знаем, что это за такой цветок. Что это вообще? Один вот здесь, раз, два, и здесь еще тоже. Наверное, у нас начался пальмороз. Пальмы растут. Кто-то сажает, наверное. Кто сажает, даже не знаю. И вот гортензия здесь тоже расцвела. В общем, посмотрите на это. Это вообще как понять. И здесь тоже розочка. Красавица. Может, кто-то из вас знает, что это за дерево такое? Что это за папоротники пальмовые? Подскажите в комментариях, что это такое. Прямо очень много у нас здесь. И здесь тоже, видите, растет гортензия, начинает. Вот такие вот дела, мои дорогие Джаночки. Ох, красота какая. Смотрите, жарит, жарит. Не обращайте на нашу сковородку, что она грязная по бокам. Она уже 100-летняя. Это наша дворовая. Дворовая собачка. Это самая шикарная сковородка. Не говори. Боже мой, я не знаю уже сколько лет, с какой она Германии. Ну ничего можно. Да. На ней все алюминия можно. Алюминия. Она для газа. Супер да. Модель. Бесподобно. Да, да, да. А может прямо в этом масле жарить? А что будет? В масле? Вот в этом, да. Прям не чистить. Вот здесь? Да. Как скажете, товарищ. Ну ты попробуй, если плохо будет, можешь меня поругать. Скажешь, я же говорил. Когда я ругал тебя, Джан? Никогда, Джан, я знаю. Никогда. Ты же шеф-повар, ты знаешь. Мне по-деревски что-нибудь. Да. Знаешь, что я хочу? Я хочу вот это мяско просто в хлебушек положить и так сверху салатика налить, насыпать. И прямо... Прямо поедем в аэропорт.
Да? Да. Интересно, у нас вообще видно сразу. Баклажан. Хорошо почистил. Шикарно. Они даже лучше, чем на газе, вообще, даже лучше, чем на костре. Все. Только на газе делаем. Не будем да. делать. Да. Только на газе. Главное, взяла с собой эти, как называется, перчатки, забыла одеть. Мы все обожаем этот салат, просто обожаем. Особенно, когда он со свежей зеленью. Это вообще сказка. Не то слово. Сейчас еще зеленые лобби сделаем. А это мало баклажанов или хватит? Мало? Да. Да, ну сколько было это? Кстати, это помидоры уже с нашего огорода. Это наши помидоры. Давай, давай, работайте, Кать. Работайте, Моня, работайте. Сейчас быстренько еще лобби почистим и... Давай я буду лобби чистить, а ты это нарежешь сюда, да, Джен? Все равно немецкое лобби не такое, как наше армянское, совсем другое. Да понятно, Джен. Это ясно. Да, что? Давай возьмем наши помидорчики, наши хочу. Наши? Да. Это сырой, что ли? Он же у меня работает, конечно. Запах, запах какой шикарный идет. Все лето, вот представьте себе, у нас все лето настолько дождливое, да, что просто невозможно во дворе ничего готовить. Как только чуть-чуть солнца, мы тут как тут вылазим. Сейчас. А так невозможно. Было, когда 30 с лишним, 27. А, тогда была да. тоже такая тогда мы жара. Мы тоже не вылазили. Ну, мы уже все, мы уже это... Отходный продукт, как сказать, мы уже не, надо, сейчас, не молодые, да? Сейчас перестань такие вещи. Мы еще дадим шороху. Это точно. Мы всем дадим жару. Жару еще. Прикурить? Прикурить точно, точно. Мы дадим всем. Правда, прикурить. Мы не курим, но мы дадим прикурить. Это немного сейчас? Сам знаешь... Одна Джаночка, не знаю вообще, кто это такая, написала: не часто ли ты прикладываешься к рюмке? Можно разве прикладываться к рюмке? Это правильно ну, так говорят? Так слова сейчас, наверное, так говорят. А вообще так можно говорить? Джаночки, это что за слово прикладываться к рюмке? Я не совсем не поняла. А что я прикладываюсь? Каждый день, что ли? Не знаю я. А что значит а кому вообще... какое дело вообще? А что значит вообще прикладываться к рюмке? Ты мне сначала это объясни. Я не знаю, спроси типа, что меня. Ты алкаш, наверное? Прямо пишите, Климка, ты алкаш или шка? Или как? А то пишите иностранные слова, которые я не понимаю. Прямо. Честное слово. Прикладывается. Не, мы не прикладываемся, мы пьем, девочки. Иногда. Мы наливаем и пьем. И я считаю, что в этом ничего позорного нету. Кому какое дело прикладывать? Приклад это же это. Приклад это же у автомата Калашникова приклад. Приклад от ружья. От ружья, да. Это я хорошо знаю. Наверное, это кто написала, она сама, наверное, у нее муж алкоголик, она так, наверное, ему говорит. Ты что прикладываешься каждый день? Да? Наверное, я так думаю. Прикладывают руку к виску. Да. Это я знаю хорошо. Прикладывает рюмку к горлу, что ли, к рту. Не, к горлу, как ты можешь? Горло. Глотки, что ли? В общем, всех Дианочек просим, пожалуйста, давайте обсудим слово «прикладываться». Прикалываться, я знаю. Прикалываться, прикладное искусство знаю. Может, они сами каждый день прикладываются. Наверное. Значит, сидят там диванные эксперты. Да. И диванные, дивандековые. И выдумывают из себя всякую чушь. Нет, они не чушь выдумывают. Они хотят сказать этим, что они умные. Ну, больше же не перед кем покрасоваться. Хоть у нас на канале, пускай
Прикладываюсь. Прикладываются. Так. Сегодня ты будешь прикладываться? Обязательно. А может, ты сегодня приляжешь или приложишься? Я могу приложишься? Прилечь и приложиться. Давай я тебе соску сделаю. Поточно. Я свой бульбулятор принесу сегодня. Ой, она инфаркт получит, бедная женщина. Сегодня она получит инфаркт микарда. Ничего. Будет. Ой, девочки, вообще ужас, ужас. В общем, если что-то пишут, пишите открытым текстом. И не надо мне там кривляться. Иностранные вещи не пишите. Мы не Ксварштейн. Дочь. Мы гастарбайтер, понимаете? А еще сказали: Клим, почему ты всегда волосы не расчесываешь? Как так можно? А пускай придут и расчешут. Шанс. Точно. Пожалуйста, придите и расчешите мужу моему волосы. А что, это тоже смотрят? Слушай, хорошо не смотрят твои трусы какого цвета. А то бы меня вообще с этого... Заплатит хорошие бабки, покажу. Трусы покажем только за деньги. А за 1000 евро могу и стриптиз сделать? Да. Запросто. За 1000 евро? Каждый. Пускай за 100 сделаем. Вдруг все захотят. За 100 евро. За 100? Нет. Так дешево я себе не продаю. Я сейчас умру. В общем, за 100 евро мы не продаемся. Шутка. У нее нос новый, что ли? У нее нос новый, по-моему, наши. Да? У нашей соседки, по-моему, новый нос. Мы точно не знаем, но мы узнаем и вам скажем. Я видел ее в повязке. Да? Да, у нее вот здесь все было синий какой-то. Да, ты че? Она себе новый нос сделала. Новый нос сделала себе. Наверное, подровняла. Может. Чуть-чуть не высыпала. Включай, это, Абдула, поджигай. Поджигай, Абдула. Так. Я бросаю прямо, да, Джан? Конечно, сейчас. Сейчас это сварим. Сейчас я это посолю, поперчу. Да, и можем уже прикладываться. Да. Смотрите, какая прелесть, да? Ох. Запах какой божественный. Божественно. Блюдо готово. Посмотрите, какое бесподобное. Теперь начинаем резать помидоры для фасоли. Для салата лобби. Помидорчики готовы. Зубчики чесночка. Сейчас я их раздроблю, потом нарубаю и потом бросим помидорчиком и нарежем всю эту зелень. Вот эту вот. Этого достаточно будет, девочки. Вот такая прелесть. Видите? Бросаем помидоры. Ну, а теперь начинаем рубить. Не обязательно, чтобы это прям было очень тонко настрогано. Все так держи. И отправляем. Хорошенько. Ложку возьмите, да? У меня ложки здесь нету. Мне приходится так. Но вы возьмите ложку. Готово. Когда добавим сюда фасоль, тогда и будем солить, перчить. Готово.
отправляем. Ну и теперь начинаем перчить, солить. И перчик. Какая красота! Просто сказка. Вах, 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 вах. Давай сюда насыпем, да. Это промой ее, да, и я насыплю туда. Вкусно? Сочно, да? Ням-ням. Хотим снимать видео, у нас или дождь, или безумная жара, или соседи косят траву. Они вот так видят, у нас. Они видят, когда мы... Не дают работать. Такая красота у нас получилась сегодня. Такой бесподобный салат хоровац, баклажаны, помидоры и перчики. Вот такое наивкуснючее мясо. Что еще надо, да? И лобью. Такая прелесть. Сейчас будем кушать. Больше ничего и не надо к такому столу. Мяско будет кушать. Ну, бери так, да. Без разницы. Бери так с этим. Конечно, да. Надо, ты принеси нам одну ложечку для этого салата. Это твой любимый салат, знаешь? Вилкой неудобно будет накладывать. И компотик. Компотик, компотик. Это не вино, сейчас подумает. А, вино, потому что в таких бокальчиках подают вино. Ты будешь там кушать? Окей. Ложку нам принесешь, Тродстен? Молодец. Джан, так много хлеба не режь. Кто это будет все есть? Ты столько режешь, режешь. Гляньте, нарезал столько хлеба. А приложиться? Давай прикладывайся на... А прикладывайся? На зло всем врагам нашей отчизны. На зло кондуктора. Куплю билет, пойду пешком. Правильно. Прикладываюсь ли я? Через мой бульбулятор. Точно приложись. Приложу бы я свой бульбулятор. Вход. Пускай работает. А мне компотика. Компотика мне не забудьте подлить. Приложите мне компотика. У нас эти стаканы там стоят. Тебе какой компот? Вот такой? Угу. Такой цвет мне больше нравится компота. Это человеческий. Ну-ка сюда, да-да-да. Плохо прикладываешься ты. Я не о себе, нет у меня тогда. Только все тебе налил. Еще.
Так, давайте приложимся. Чтобы нам все время говорили, прикладывайся. Теперь Клим вам это не забудет. Я теперь буду каждый день говорить. Давай. Бульбулятор. Ой-ой-ой. Как это вкусно. Пальчик. Прям. Я, наверное, с собой это все в отпуск возьму. Там такого не будет. Точно. А что там будешь кушать, Джан? Пиццу в Италии. Только пиццу буду кушать. Нет, рыбу мы будем кушать. О, и рыбу тоже. Пиццу, рыбу, пиццу. Угу. Эти мушель будем кушать обязательно. Мушель я не люблю. Это я. Любишь ты? Ты же раньше кушал. Когда это было раньше? Не так давно. У нас что-то не хватает, да? Что? Кетчупа острый. Крикни. Она принесет. Исик! Иса! Кетчуп острый принеси! Кетчуп острый! А вы, Дианочки, как? Тоже обожаете?